Всем привет, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Metal Gear Rising Revengeance. Сейчас разрубим эту решеточку и пойдем дальше. Все по стандарту, по миссии. Главного прыжка здесь нет, к сожалению. Было бы прикольно, кстати. Вот, что это такое? Жесть какая-то. Так жестко выглядит на самом деле. На самом деле у меня сходится аналогия с, когда я вижу эти штуки, с чем-то более-менее, с какой-то эротикой, вот так, чем с чем-то серьезным. Да, надо же было придумать такую ерунду. Ну, в принципе, после коров вот этих механических больше нечему удивляться, на самом деле, потому что эти механические коровы уже сделали игру. Так, надо забраться, наверное, сюда. Может быть, и не сюда. Ты ж. Мы с вами ящик нашли. Только куда идти, дальше я без понятия пока что. Нарисовано вот сюда. А, это, наверное, вентиляцию надо пробивать. Да. Я прям угадываю на ходу. Короче, надо найти Долзаева. Здесь камера какая-то. Странно, что ее нельзя сломать. А ее можно сломать только на Y почему-то. На X нельзя сломать, к сожалению. Давайте побежим тогда к Долзаеву нашему. Так. Нам интересно, дают очки. Но я не хотел рубить этот столб. Колонну. Прям тентакли какие-то. На столе были ноги, как были осьминоги. Опа! Идеально. По мне кто-то стреляет, кстати. Я не понимаю, кто. А, вот камеры эти, оказывается, еще и стреляют. Оказывается, не зря я их это рушил. Уничтожал. Сразу же, прикольно. Итак, Булзай! Хорошо озвученный персонаж, на самом деле, мне нравится. Все, готово. Еще камера. Короче, я понял, что с одного удара они так не сбиваются, я так понял. Что-то я сейчас ударил один раз, и она что-то и вообще ничего с ней случилось. Это что такое? Разрубим его. Да я его разрубим. Один раз хватило, чтобы его отрезать половину части его тела. Наверное, надо было сейчас стреляться, не дать выстрелить этим ракетам мой меч. Не сразу 100% хп восстанавливают вот эту тему. Мне вот интересно, дамажит его вот его эти четкие темы, вот эти пулеметы, которые по детектору движения.
Блядь, где я нахожусь? Или же нет? Не, стрелять я в него не хочу, в эту камеру. Не имеет смысла тратить целую ракету на какую-то никчемную камеру. Долзаев, where are you? I need to find you. Короче, надо забраться на самый верх нашего здания, нашего чернобыльского реактора. I was wondering when you'd come, Jack the Ripper. No one calls me that anymore. Долзаев, where is he? Джек обрезчик. Урежь. I can show you a better time than that, crusty old bear. You're in charge here. I am Mistral. Да, она обязательно так должна ходить. The cold wind of France. Холод ветров Франции. Your reputation precedes you. Её так зовут, походу. Liberian, but white as snow. A natural born killer, even as a child. That was a long time ago. Это было очень давно. Myself, you know? I'm only half French. And? We had our own civil war in the 90s. So you see? Что-то говорят про 90-х. Cut from the same cloth, you and I. You don't know me. Ты не знаешь меня. I lost my whole family. Everything. Я потеряла свою семью. Все, что могла потерять. But I butchered those fuckers. Ну, я что-то butchers, fuckers. Моя семья убийц. I am a killer я too. Тоже к убийце, и я хороша в этом. I slaughtered dozens in Iraq. In я dozens в Ираке была, и я proud нашла, как вызвать что-то. What happened, happened. Что происходит? Что такое? To be honest, I found it quite dull. Я нашла выход из этого. My enemies fell like domino. Мои союзники after another. Любят домино. Not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. Странные at вот times эти штуки I even envied my prey. По-любому ее. At least ее технологии. They had a cause to die for. And then I met him. Я уже думал, на защитке хочешь себя подрубить. Who? Хорошо, что сейчас не выходят такие игры, как Гуфар. В том плане, что сисек не так много. Gave my life meaning. Ideals, Jack. What are yours? I protect the weak. Я защитил неделю. Still? So naive. And if I must kill to protect them. Такой наивный. Когда уже будет мочилово? Сейчас по-любому что-нибудь будет вообще жесткое. У него, кстати, каблуки, как у нас. Только у нас черные. I'll take that as a compliment. If you would kill for прикольная your маска ideals, у нашего then surely you are ready to die for them. Что происходит? Они сейчас сделают из нее супер-мега-робота. С руками. А чё она орёт? Такое ощущение, как будто они присоединяются напрямую к её телу. Хотя они присоединяются к той части, которая находится у неё сзади. Если бы у меня было такое количество рук, я бы, наверное, уже запутался и от того, от удушения. Даже не от удушения, от того, что у меня... Блин, не то нажал. От того, что у меня слишком запутаны руки, у меня переставало бы переставать... Ой. Переставала бы кровь поступать в эти руки. Я бы умер. Это типа я делаю все правильно, пока что, чтобы можно продолжать. А ты не хочешь поиграть? Давай поиграем. Доброй ночи.
Он все готовится сделать блок против ее супер-мега удара. У нее хлыст какой-то есть. У нее столько рук, а она им не пользуется. Смысл? Смысл делать столько рук? Это то же самое, что сделать себе... играть на... Ну... Ёкаламаны. Что-то надо было нажимать, наверное. А, вот, это когда вот эта надпись появляется, надо отрезать. Ёкарный детят. Что-то я до этого не дошло до меня. Прикольно так получилось. Это то же самое, что иметь много клавиатур, подсоединенных к компьютеру, и не пользоваться только одной. Вот так вот. Или мышек. Просто у меня есть знакомые, которые действительно используют. А, это этих хуй. Надо камеру поменять. А, вот. Умри! Умри! Но я не умру. Я слишком силен для твоих спиножьих рук. Или как тебя по-другому назвать? Я и эту палку-то всю расхерачил, оказывается. А, я и руки все поотрезал, ёкарный где-то. Прикольно. Да, она пропала. Ну и что ты теперь мне сделаешь? У тебя нету рук. У тебя нету палки. А, вот она себе еще одну палку сделала. Она себе палку интересный звук делает? По-моему, нет. Не, вот эти постановка битв вообще замечательно сделана. Я таких, наверное, и нигде не видел даже. Честно, вот ни в одной игре не видел таких хороших битв. This ends now. Ты все на что-то способна? Маловато будет. What the fuck? Почему? Почему она меня смогла продамажить? В то время, когда я пытался порезать. Нет, так уж дело не пойдет, извини. Как бы тебе все руки так отрезать, чтобы ты вообще не пользовался? У тебя вроде не осталось, пук. Вот у нее не осталось рук, но она сейчас ее опять приделает, потому что эти миньоны ее, они всех уже достали, и меня, и вас. Давай, иди сюда. Да ладно, сразу же. Ага, не угадал. Это, видимо, обманный маневр с ее стороны. Даже я такого не ожидал. Ну, а сейчас будет кататься, так что... Блин, не успел. Это конец для тебя, по крайней мере. У меня пока все нормально. Me, жидкий азот. По-русски написано, вы заметьте. Да меня это радует. Хоть и произношение русского у них на очень мало процентов, но вот это вообще красиво, хорошо сделать. Меня это обрадовало аж. Все, мы зарешали. Убили беспомощную... дамочку. Ветер каких-то там холодных французов. Точнее, холодный ветер Франции или что такое. В общем, я так и не понял. Мистер, репорт! Я
vitals are dropping. I lost. Ну я ж тебя убил. Вот это вот непонятно, вот не тема. Я их убиваю, а они все равно куда-то уходят. Wait. No. Hold. I am sorry. I do not need apology. В чем соль, я не понимаю. Шетен. Все, мы убили, сейчас будет катсцена. She's not talking to you, idiot. Она разговаривает с тобой, идиот. Ты! Ты убил ее! Ёб твою мать, мурдерер! Это конец, Балзаев. Surrender. Захватчик вроде как так. Ах ты тупой сукин сын. Переведи-ка. Почему это я захватчик? Мы делаем все как я хочу. Дерьмо. Build with Russia money, но to make Russia. Build the money Russia. Это прям как Роман Беллик из Hello, my beautiful friend. They will be free. Нико. Ну да, это суицидник. Летим. Я, в принципе, ожидал то, что... Бешеный сукин сын. Рейден, что происходит? Этот чувак взорвал сам себя. Я вижу. Время поджимает. Мы вызовем хеликоптер. Такая тема. Хеликоптер — это вертолет. Понимаю. Ну, или понял. Так лучше перевести. На сколько мы там миллионов баллов прошли? На цешку? На всего лишь на цешку. Мы только две последних на прошли. Б, Б. Ой, Б, С, Б, Б, Б. Ой, как плохо, ой, как плохо. Че это такое? А, нифига, мы ее меч открыли. Ну, ее палку вот эту. Кастомайз Радон Бади. Давайте сделаем. Ёкаламана, я даже не знал, что здесь такая тема есть. Не, первый пока четкий был. А, да ладно, это весь костюм. Ничего себе. Первый какой-то самый четкий был. Вот это у нас меч, который стоит. А это нам, который у нас новый появился. А, нет, надо 20 тысяч... 200 тысяч БП собрать, чтобы открыть его, а у нас нихера этого нет. Это 20 тысяч стоит. Это 10 тысяч стоит. В общем, ни о чем. То есть недорогие костюмы. Давай все-таки закончим на этом, потому что довольно долго снимаем. И в следующей серии вы уже увидите, как я прокачиваю свой костюм. Всем спасибо с вами за просмотр. С вами был Лекс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, сабскрайбьтесь. Что там еще можно делать? Добавлять в избранное видео, чтобы помогать мне. Всем спасибо, всем пока.